Это был по-настоящему волнующий и драматичный хоккейный поединок. Финальный матч смотрел газеты «Советский спорт». Соперники – Центральный спортивный клуб армии и «Спартак» – наши лучшие хоккейные команды. В начале успех проявились армейцы. Они забросили в ворота соперников 3 шайбы. Затем победа перешла к «Спартаковцам», сумевшим сравнять счет. Заключительный период был стал ничейным – 3-3, но ненадолго. Армейцы в унисонной форме проводят удачную атаку и выходят вперед. 4-3. В ответ следует наступление спартаковцев. Шайба в воротах армейцев. 4-4. Игроки «Спартака» продолжают наступать. Новая атака, новый успех. 5-4. Впереди «Спартак». Однако и этот счет продержался всего минуту. Прорыв армейцев заканчивается голом. Счет вновь ничейный 5-5. Последние минуты матча. В ворота «Спартаковцев» летает еще одна шайба. 6-5. Матч окончен. Первый трофей сезона приз газеты «Советский спорт» в 7-й раз завоевала команда Центрального спортивного клуба «Армия».